Всем привет, ребят, с вами Никита, и вот следующий гриб у нас – говорушка. Такой тоненький гриб, который многие не берут, но он съедобен, да. Очень хороший вкусный гриб. Содержит внутри себя немножечко горьковатое молочко, так же, как у молочая. Я в ролике про него забыла сказать. Итак, значит, шляпка у него такая коричневато-красного цвета обычно. Ножка оранжевая или желтоватая. Гриб очень вкусный, повторюсь. Любит расти рядом с поваленными деревьями или же прямо на них. Ну что, больше нечего сказать. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам понравился ролик. С вами был Никита. Всем пока.